Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотела показать немножечко моих цветущих маздывалей. По одному цветочку. Ну, я этому рада. Уход был за ними не очень хороший. Вот эта вот красотка пыталась цвести, наверное, 3 раза. Бутоны отсушила, потому что я ее пересушила. В общем-то, моя вина. Ну, вот один цветочек все-таки есть. Очень красивый, не очень крупный, но цвета прям насыщенные, усы такие бордовые. Очень красивый. Это вот цветочки Плевроталиса клавикуляты. Очень-очень мне нравится, очень он обильно цветет. Там он у него еще цветочки, и вот здесь. Вот также будет еще один Плевроталис цвести, субпикта. Он тоже часто достаточно цветет. Без орхидариума растет, нормально все чувствует при этом. Так, потом еще будет еще вот такой вот хорошенький ежик будет цвести. Один цветочек, этого будет первое цветение. Он и выдал, в общем-то, один цветонос всего, наверное, потому что жарко. Но я очень жду, когда он распустится, у меня он будет цвести первый раз. Красавец. Так, вот эта оранжевая красотка, это Orange Bust, маздывалия гибридная. Крупный цветочек у нее, прям достаточно крупный. Достаточно она неприхотливая по содержанию. Цветет в любое время года, и летом, и зимой. Лишь бы были прохладные ночи. Вот прохладные ночи она очень любит. Вот эта красавица, достаточно крупная маздывалия. Это тоже гибрид. Гибрид Перистерии на Кокцинею Альбу. Красивый получился гибрид. Очень мне нравится. Вот это мы сдавали. Одна из моих любимых. Она вообще одна из моих первых. Вот очень неприятно пахнет. Но все равно очень ее люблю. Она пережила уже всякое, и листья сбрасывала, и все-все-все, но жива. Жива, и вот периодически даже радует цветением. Это маздывалия квисита. У нее всего один цветочек, несколько там еще цветоносов лезут. Но от одного цветочка аромат прям очень насыщенный, мне не нравится. Как она пахнет, но, блин, сама маздывалия, это просто прям моя любовь. Такая вот прелесть. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ссылочки будут в описании к видео. И до новых встреч!